Ай-йоу-йоу-йоу, всем привет, канал Базука, мы продолжаем проходить игру и Doom Eternal, что-то давно меня не было, чё, как залетаю, быстренько я тут рассказываю, как дела, в комментах пиши, что там школу закончил, нет, какие оценки, а если не закончил школу, то может в отпуск пошел. Или что, каникулы начались какие-нибудь? Так, нам сюда. Я помню, что нам сюда. Не помню, где мы остановились. Воу. Патрон нужен. Давай патроны. Патроны, хорошо. Воу! И что? Какой шакал идет к нам? Убиваем. Хорош. Так, это кто? Да ну хорош. Хорош. Вали его нахрен. Фига он тут раздает. Ну вот это нападение, ничего себе, я даже не ожидал. Так, хорошо, подождите, секундочку. Мне кажется, звук у нас очень-очень громко играет. Сейчас, ну-ка быстро, параметры. Звук, общая громкость. Давайте сделаем чуть-чуть потише. Вот 70, 80, нет, 75 давай, 75 нормально. Так, громкость музыки тоже. Чуть-чуть потише на 75. Вот так будет достаточно. Нормальная музычка играет, и меня слышно. И все, погнали. Так, нам сюда надо, да, попасть как-то. Так, припасы закончились. Ну-ка, давай-ка. Ну не бойди, блядь. Да, но дробовичок хорош, очень. На ракеты разнес. Так, это что? О, это улучшение. Смотри, что мы убираем, Так, изрыгатель памяти быстро перезаряжается. Ага, это что добавляет? Здоровье добавляет. Ваши здоровые максимум целебные предметы будут перезаряжать кровавый удар. Блин, боезапас можно качнуть на самом деле, либо броню. Я вот думаю, что все-таки, наверное, броню нужно качнуть. Давайте-ка скачаем броню, чтобы брони побольше было. Отлично. Так, сдайтесь, мы не сдаемся. Оружие не сдаемся. Ой, это же граната была. Так, давай другое оружие какое-нибудь возьмем. Ага, нам сюда, да? Подожди, да там-то, блять. Там-то ничего не исследовали. Ну-ка пойдем посмотрим, что тут. Так, тут все заблокировано, здесь больше ничего. И все, пойдем тогда туда. Ох, музон-то рубишь. Парит просто. Это сердце гнезда. Оно пустило корни в силовой установке комплекса. Сердце гнезда. Гнездо можно уничтожить, включив генератор. Так, надо вот этого блокиратора сначала сразу. Хорош, на. Так, ну-ка. Хорош! Выскочегарило. Есть. Так, ну-ка ты что там? Ой, подожди, стой, тут какое-то оружие другое нужно было убрать, я помню. А, да бог с ним уже. Ой, там какая-то пушечка лежит для меня, походу. Красный ключ, отлично. Так, я вот эту пушечку хочу получить. Стоп. Ой, ничего себе, разошелся он так. Так, давай сюда здоровье. Ой, не та кнопка. Так, забыл, как переключать оружие. Ох, тут какой-то гидрокостюм дают. Ай, надо было броню забрать. Так, хорошо. Сюда идем дальше, идем назад. Назад вернемся. Заблокировано. Здесь заблокировано, тут заблокировано. А красный ключ что открывает? Вот эту дверь? Откроешь, нет? Не открывает. Здесь тоже все закрыто. Так, стоп. Ну-ка, а что за сердце-то? Это сердце вот это вот всей вот этой вот шиняги, надо его уничтожить, да, получается. Все хорошо, пойдем вперед.
Здесь тоже все закрыто, да? Ничего нет, никаких секретиков. Ничего нигде не скрыто. Хорошо, пойдем дальше. Значит, нам сюда остается только один путь, да? Вон там ключ какой-то вижу. Опа, изолирующий костюм. Изолирующий костюм защищает игрока от ядовитой воды и слизи, но теряет прочность со временем. Хорошо, я понял. Чтобы мы бегали вот по этой ядовитой слизи, да? Хорошо, погнали. И что, есть что? Ничего нет. Там что есть? Нет, ничего нет. Опа. Все, костюм восстановили. Так, тут что такое? Воу, ты что гонишь? Хорош, ты что гонишь? А это куда надо-то? Подожди. А, вон туда надо как-то попасть, я понял. Так, стоп, подожди, а как я? А как я туда попаду-то? Подожди, это что? Ну-ка сюда сходить. Опа, батареечку нашли. Батарея стражи, это нужная вещь. Не зря я сюда заглянул. Я помню, она там для прокачки на базе нужна. На ковчеге, или как он там называется, Ной, ковчег. Что-то там по Ной. А, хорошо-то как зашло. Ничего не упустили, ничего не упустили. Так, давай-ка мне дробовичок мой верни. Не бойтесь, когда а что бояться? Конечно, мы не боимся, что нам бояться. Так. Опа, что-то подобрали. Ой, тут серьезно вообще. Ой, куда ж тебя понесло-то, а? Ядрен-то батон, а? А как теперь обратно-то подняться мне? Опа, секрет. Отлично. Опачки, вернулись обратно. Так. А это что такое? Ну-ка. Так, стоп. Успели? Блин, не успели, секретная стычка проиграна. Ой, это надо делать, по-любому, там дают бонусы всякие, я помню. Прокачки всякие там, это надо делать. Так, подожди, тут у нас сейчас сразу... Ой, а у нас же БФГ, да? Это же БФГ или что это такое? Нет, не БФГ. А что это такое? Это ракетная? Или БФГ? Что такое вообще? Что она делает? Ну-ка, давай-ка. Долбанем сейчас сразу вот этим вот. А, это рельсотрон. Помню. Так, хорошо. Да как опять проиграно? Ты что, гонишь, что ли? Блин. Критическое здоровье, отлично вообще, супер. То, что нам надо. Патронов-то не осталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Давай тогда умрем уже вообще просто. Да и заново начнем. Так как их, блин, разделать-то под орех, а? Ой, ну все, сдох. В общем, я умер. Да, и проиграна секретная стычка. Так, ну все, слушай, мы тут застряли надолго, я так чувствую. Так, что тут есть секретное? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут еще есть секретное, ну, ничего. Куда нас возвращает. В общем, что, оружие-то не осталось. Пойдем, ладно, придем. Пойдем, вернемся сюда потом еще так. Вот, видите, забрали. Ой, а там он что-то было.
Подожди, стой. Пацан. Так куда в итоге надо-то нам? Не понял. Нашел. Куда надо было? А вот и ключ. Теперь хорошо. У вас есть доступ в центральный зал. Да, это есть. Ой. Чем я буду его валить? Да, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да чем мне его завалить-то? Ну конечно, да. Да нечем мне его валить, вообще у меня патронов нету. Что за бред? Все, короче, проиграли. Мы все жизни потратили просто. Просто все жизни я потратил. Зато монет нашел. Хорошо. Он сдох? Вроде он сдох. Все, возвращаемся обратно. Патроны нужны. Срочно причем. Ох, новая пушка такая. Пулемет? Да ладно. Опять патронов нет, а? Что такое? Все, я все жизни потратил просто вообще. Хорошо! Патронов-то опять нет. Это куда нас телепортнет? Обратно. Все, понял. Там что, не открылась дверь никакая. Здесь ничего не открылось. О, разблокировалось, смотри-ка. Так, а здесь почему не разблокировалось? Не понял. Хорошо, вернемся еще дальше. Ничего нас тут не подкидывает. Генератор в режиме консервации. Он будет запущен на полную мощность при ручной подаче команд с двух терминалов. Что-то не хватает, да? Я понял. Пойдем-ка еще вниз сходим. Что-то мне кажется, мы там не все исследовали. Подожди, а где так вниз-то пройти теперь? Не понял? Я уже заблудился. А, вот сюда, да. Че внизу там? Ничего, что-то пропустили, наверное. Пудрово. Так, это нас обратно телепортнет. А, тут типа ловушка была, я понял. Ловушка, чтобы ты попробовал свою пушку. Новую. Где эта пушка? А, у меня патронов нет. 50 патрон. Так, а что она делает? Модификация неактивна. Нет модификации. Не, мне как-то вот с этой привычнее пока, с этим автоматиком бегать. Так, хорошо, здесь что? Открываем. Все, подача топлива пошла. Ага, вон, смотри, обрубил ей там один конец. А, накачивает топливо. Наполовину восстановлено. Восстановлено. Теперь необходимо активировать второй терминал, чтобы уничтожить гнездо. Пойдем, мы активируем, что без проблем вообще. Что там я есть? Пока не могу открыть дверь, за которой второй терминал. Поищите обходной путь. Ага, где искать? Сюда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну так нечестно вообще. Мне патроны нужны вообще, я просто не нечем сражаться. Не нечем сражаться. Так вот это надо мразь валить быстро. Ну-ка давай сюда, ну. Так, усиление демон получит. Смотри, быстро как бегаем. Так, карту скачай. Спрашивайте, что вы можете сделать для нас. Для вас мы ничего сделать не можем. Мы можем спасти мир. Воу.
Так, давай вот этих обдадим, обдадим. Тут брони немного возьмем, да? Так, 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 где? Где кто? Так, бочку его залил. Ох, еще кто-то повыходил, да? Нам разок-то. Нам разок. Ох, ты заблокировал. Да блин, тут так узко. Подожди. Нет. Нет. Ой, он сюда не может пройти. А нет, может. Так, жизнь, жизнь, жизнь. Срочно, срочно, срочно. Хорошо, 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 хорошо. Так, вот это включить. Активировали. Так, здесь что-то, здесь все ничего нету. А, это нам вот это открыло, да? Хорошо, я понял. Так, здесь что? Что-то валяется, как туда пройти? Тут заблокировано. Туда нужно срочно попасть. Угу. Да, это модификация оружия. Так, что будем качать? Стрельба очередями, это нам не интересно. Так, мобильная турель. Опа, нифига. Энергетический щит. Так, а здесь что? Аркбаллиста. Зажми через два, чтобы зарядить энергетический снаряд, который проникает в тело демона, а затем взрывается. Хорошая вещь. Серп жнеца. Нажмите L2, чтобы зарядить и выпустить энергетический клинок, рубящий демон в полете. Ой, вот это тоже хорошая вещь. Так, а здесь что, удаленный подрыв? Нет, это пока не надо. Так, ну это у нас все вкачано, по сути-то. Как бы. Тут что-то только из этого качать. Но я думаю, может быть, взять энергетический щит открыть. Я думаю, полезная вещь на пулемет. Только мы пока им не пользуемся. Ну ладно, будем пользоваться. Запомнил, что у нас теперь есть энергетический щит. Так как использовать щит? А, нет боеприпасов. Понятно. Ой, извиняюсь. Так, у меня только в ракетомете, да, скажем. А, у меня тут еще самонаводящий есть, я помню. Так, куда мы появились? Где? Хорошо. Так, патроны сразу берем. Хорошо, вот так вот, здоровье. Сразу сюда. Так, броню. Где еще кто? Кто? Хорошо, еще здоровье. Еще. Горю! Горю! Ай-яй-яй, куда ж ты, блядь, прыгнул-то, а? Пиздец, все потрачено здоровье. Опять нет патрон, короче, что за бред? Почему так патрон мне не хватает? Почему-то я забываю, да, наверное, про патрон? Ой, кто? Ну-ка, давай патроны мне сюда. О, хорошо. Блядь, опять горю. Не понимаю, куда мне тут надо-то. А, ну туда. Идем. Все, хорошо. Так тут мне тут валит. Так, ракеты подобрали. Хорошо, здесь броня. Хорошо. Сюда. Оп. Сюда, быстренько, 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 быстренько. Нет, вниз. Ты, блядь, заебешь нахрен, а? Так, ничего не пропустили, ничего не упустили. Вроде ничего не упустили. А вон туда-то не сходил. Смотри-ка, там нам наверх куда-то. Так, это разрушили. Хорошо, блин, там здоровье подобрать бы. Ага. А, я тут вообще никак не прыгну. Ладно, я понял. Хорошо, дополнительная жизнь, отлично. Так, это куда-то вверх.
Ой-ой-ой, тотем, 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 тотем разрушить сразу. Это я помню. Так, стой, 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 стой. А я пять, а? Опять не хватает здоровья, не хватает ни здоровья, ни фиголья. Чё с прицелом, чё с прицелом? Так, горлись. Так, ну-ка быстро успокоились. Ну-ка что-то вообще не получается, все. Все как-то быстро у нас летит. Опа, здесь надо как-то... Ага, я понял. А там нету? Да блин, как ты надоел, все горит. А я что-то меня по-моему, помнишь, я здесь сюда проходил? Нет, нет, а здесь проходил? Или проходил? Может, что-то проходил, не сохранилось? Не помню. Ладно, давайте с дробовичком. С дробовичком попробуем сейчас. Надо патрон сразу будет нарулить. Нам туда, да? А туда он не надо? О, а я и сюда могу. Я могу и сюда, и туда. Может, какой-нибудь секрет? Э? Нет никаких секретов. Значит, нам сюда. Так. А тут что? Погнали. Отлично, есть. Есть контакт. Так, там внизу ничего не пропустили. Значит, нам наверх. О, здорово тебе. Чтобы лучше жить завтра. Так, большая аптечка, отлично. О, вижу вон там секретик. Секретик-то вижу. Ой, а потом возвращаться придется долго, наверное, да? А я забрал секрет, смотри. Найден секрет. О, альбом Doom 3. Mind Them. Так, а там ничего не пропустил? Ничего не пропустил. Все хорошо. Так, теперь аккуратненько, аккуратненько, надо заново здесь все прыгнуть. Ай, да что ж ты? Ай, не зацепился, ай, не зацепился. Так, ну-ка. На, тут можно и так допрыгнуть было. Хорошо, сейчас заново пройдем этот весь круг. Почему не зацепился? Ну-ка, давай. Цепляйся. Мы немного подпалили, ладно, отлично. Зато забрали. Так, это что такое? Что-то не помню. А, ой, ну тут у нас уже вообще все есть. Что есть, что нету. Так, значит, научать управляемость. Так, вы выживаете при одном специальном ударе. Так, враги, убитые ударной волной, кровавый удар, оставляются здоровье. Так, убийство с помощью снаряжения, убийство врагов, находясь под действием снаряжения, ускоряет перезарядку без помощи снаряжения. Так, зажмите L2, находясь в воздухе, чтобы... О, давай вот это возьмем, находясь в воздухе. Пока тут, правда, использовать не будем, потом, может, что-то менять. Это руны, руны, руны. Руны тоже неплохо. А уже там почти все вкачаны. Игра, наверное, вообще с завершения идет. Я не знаю, что-то я затянулся ее прохождением, на самом деле. Сейчас постараюсь наверстать упущенное. Времени нет вообще играть. Никогда. Никогда. Так, это что? Так, пацаны, сначала мне броню понакинь. Броню. Так, а ну-ка ты там вообще давай. Да, вот. О, я помню, надо его как-то там перепрыгнуть, что-то ему сильно надавать. Ты хорош! Хорош. Блять, да сдохнешь ты или нет, а? Говно ты собачье, а? Ой, хорошо нападало брони немного, но броня... Мне больше здоровья нужно. Мне здоровья не хватает вообще. Патронов нет опять. Ай-яй-яй-яй-яй, как же плохо, как же плохо. Так, а тут что?
ключ какой-то. А как мне сюда попасть? Стоп. А, может как-то вот так? Ну-ка, тут что-то открыть надо. Хорошо. О! А где это было-то? Что-то я не помню, где это было. Где-то на заду? Где-то в заде? А, это вот здесь было. Да, отлично. Так, а куда это нас приведет? Я, конечно, все понимаю. Но подожди, там же ключ какой-то лежит. Наверное, он важен очень. Или я попозже куда-нибудь приду? А ну-ка, карта. А, видать, я попозже к нему приду. Ладно, идем вперед тогда. Дальше у нас тут получается больше и некуда. Так, значит, сюда. Идем. Вниз. Это нас обратно вернуло, да? Хорошо. Ох, еще один. Еще одна медаль, медалька. Отлично. Так. Теперь куда? А, вон там можем радиацию подобрать. Вообще нам туда надо, да? А там внизу-то ничего интересного нет. Потому что что-то есть. Сходить, посмотреть. Быстренько пробежаться. А мало ли какой секрет спрятан, нет? Ничего не спрятать. Хорошо, пройдем еще заново этот кружочек. Ай! Дурачок, что ли, а? Так вот. Ага, хорошо. Сюда. Хорошо. Вообще не ключ. Ох, как хорошо вовремя у меня сработало. Так, здоровье подобрали. Да, надо было этих чуваков порезать на патроны. Патроны забывали, если не про патроны. Так, если это не пишется, а вот и пишется. Ага, 100%. Отлично, если не пишется, получится. Теперь можно двигать дальше. Так, здесь что? Пацаны, тихо, тихо, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Так, сверху ничего не пропустили. Ох, а тут вниз надо идти. Блин, а тут у меня сейчас ХП кончится. Хорош. Патроны! Срочно! Так, теперь сюда. Так, хорошо. Открыл здесь? Критическое здоровье. Ты посмотри. Что творится-то, а? Хорош! Вы чё? А ну, отстань! Отвали! Ай-я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 й! Хорошо. Так, все, дверь открылась. Отлично, отлично, отлично. Ой-ой-ой, куда мы попали? Кто там? Кто? А ладно, перестань. Хорош. Так, что здесь надо просто перейти, получается, не ключом, а все это делать. Нормально, вот тут поливаете. Хорошо, идем дальше. Ох, еще один секрет нашли, смотри. Вульф 3D. Угу. Так, к этому же мы, получается, в начало вернулись. Правильно? Ага. Так, а здесь мы секрет подбирали. Здесь мы все забирали. Здесь вот здоровье можно подобрать. Там вон патроны вижу. Почему тоже не подворачивать? Так, и что получается у нас? Куда там выкинуть? Вверх куда-то, да? И что куда? Чё кого? Ну-ка, стой.
еще сначала осмотреть со всех сторон. Ничего не упустить. По-моему, нам туда. Наверное, да. Здесь. Отлично. Так, ну что, где, куда, кого? Так, вниз. Здесь ничего нет, да? Или что-то есть? Ничего нет. Значит, вниз. Погнали. Хорошо, здесь все спокойно. Никого нет. Ой, опять это говно. Ой, опять это говно. Ой, хорошо, это говно быстро развалилось. Найден секрет. Какой секрет? Какой секрет ты найден? Где секрет? Ничего не подбирали. Вот туда, наверное, надо попасть. Не? А, хрен с ним. А, какой секрет найден? Так, что у нас там есть? Подожди, а у нас же какая-то... Была пушка? А, так. Да, вот это вот. О-о-о. На, нахуй. Чё, кто? Стрелить сразу. На. На. Хорошо. Так, чё, кто стреляет? Нет, тут стреляет что-то. Так, стой. Хорошо. Сейчас их почикаем. На. Ой, не попал. Ой, идет сюда. Так. Чё, куда дальше-то? А здесь-то мы были? Что-то не помню. Не понял. Это мы где? Ой, а тут я был, я тут все забирал. Хорошо. Обратно тогда возвращаемся. Так, а куда нам карту показывать? А, нам куда-то туда, вперед. Вперед куда-то показывают. Погнали. Ля. Так как так-то? А вот тут-то не откроется, нет? Не хочешь? Не хочет открывать, смотри. Там что есть, что? Проход какой-то. С другой стороны надо посмотреть. Так, ну-ка. Тихо. Так. Вот это взять. А, ну все, я понял, мы же ключи собрали, все, теперь со всех сторон ключи надо вставить. Так, здесь красный. Хорошо. И синий. Отлично. Все, открыто. Адский. Ой, там, наверное, босс будет. Открыт. Ой, адский барьер, там, наверное, босс будет. Приведет вас прямиком к терминалу. Так, ты мне скажи. Вот эта штука не откроется, нет? Не откроется. Хорошо, пойдем. Терминал. А, нам же сердце надо взорвать. Вон, я слышу, оно стучит. Стучит, настукивает просто. Все, нам вниз. А, все, мы попали за эту дверь. Я понял. Все, конец тебе сердце пришло. Все, вон тебя, смотри, как уже надулось. Все, уже чувствуешь, что сейчас бабахнет. Генератор на полной мощности. О-о-о. И загрузите его с командной консоли, чтобы убить сердце. Конец тебе сердце, убьем сейчас тебя. На полную мощность. Та-дам!
А, да блин, даже бабах не было, просто она изменила. Генератор перегружен. Двигайтесь к порталу выхода. Ой, в смысле? Что, надо убегать? Да ладно, вы что гоните? Так, ну подай пушку какую-нибудь. Внимание, серьезнее. Основной генератор перегружен. Повторяю, так, основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. Ой-ой-ой-ой, хорош! Так, надо переключить вот эту штуку. Куда идти-то, а? Да вы чё? Так, патроны тут соберу и всё. Так, нам куда? Стоп, да что ты? Как туда-то попасть? Не понял. Прыжка нет. Здесь надо было, блять, забыл. Цепляться-то можно. Так, значит сюда. Во, броня, хорошо. Так, что, куда дальше-то? Вниз? Вверх? Сюда, я вообще ничего не вижу. Сохраните работу. Блин, тут бьет прям вообще хорошо. Вниз, вверх, куда? Надо убегать. О, все, убежал. Успел, сейчас все тут взорвется, походу, да? Ох, да, вон все испепелило тут вот это гниль. А, зараза какая, а? Хорошо. Раскровякало. Нормально. Ну что, быстро вообще так. Так, что тут? Ага. Ну не все прошли. Ну ладно, ничего страшного, так, в принципе, нормально. Нормально было. Так, твердыню Рок возвращаемся, да? Отлично. Так, что у нас там по твердыне Рока? Мы нашли несколько батарей, можем их использовать. Сейчас посмотрим, что там можем использовать. Там нам сейчас надо что-нибудь скажут. Новое задание какое-нибудь дадут. Вот, еще мы собрали эти монетки такие-то большие. Вот эти. Надо их тоже использовать, что-то там прокачать-то можно, я помню, да? Местонахождение последнего жреца неизвестно. Вторжение демонов невозможно остановить, пока не уничтожен жрец и его страж. Чтобы найти последнего жреца, нам потребуется помощь. Рекомендую вам связаться с доктором Хайденом. Я настрою портал на командный пост комитета. Так, надо найти доктора Хайдена, чтобы найти последнего жреца. Это что? А, это мы нашли. Так, я понял. Хорошо, давайте быстренько сбегаем. Тут сейчас посмотрим, что мы можем открыть. Не помню, сколько у нас там этих штук открыто-то. Так, это... Блин, это просто костюм. Мне это не интересно. Давайте что-нибудь, чтобы прокачать. Это тоже не очень. А вот это, кстати, неплохо. А, у меня 3 батареи стражи. Давай, вот это вот оружие прокачаем. Раз и два. Еще одна осталась, кстати говоря. Вот, неплохо. Сейчас оружие вкачаем. Так, а только какое вкачать оружие, я вот не знаю. Так, здесь все по максимуму вкачано. Здесь у нас получается мобильная турель. А здесь вот я что думал. Может быть, серп жнеца? Когда вот их толпа бежит, так бах и рубануло, а? Давайте прокачаем вот это. Серп жреца. Отлично. Подойдет. Так, теперь посмотрим, что у нас тут еще-то осталось. Это такое себе. Здесь тоже такая штука. А, это все прокачка. Так, внизу там что-нибудь есть еще? Внизу. Здесь мы открыли. Все, тут вообще все сделали. Да. У нас получается осталось тут всего-то ничего открыть. А, здесь еще есть тоже. Здесь. Так, здесь получается 6. И там еще костюм, еще 2. Так, а тут что, нет у нас? Ничего мы не нашли для этого? Нет, по-моему, ничего не нашли. Хорошо.
Так, еще где там прокачка-то? Вот. Что нам надо? Осколочная граната. Давайте крио гранату. Мы хорошо замораживаем. Быстро перезаряжается после выстрела. Демон дольше находится в замороженном состоянии. Подожди, какой граната? У нас жизнеобеспечение еще не вкачано до конца. Так, здесь что? Бочки появляются вновь. Зерно бочки появляются вновь. Так, на месте уничтожения бочек остаются боеприпасы. Так, ладно, это бочки. Основные функции. Зарядка бустера после зверского убийства. Это что? Ускоренная зарядка бустера. Вот, ускоренная зарядка бустера. Вот это вот нужно. Я вещь. Чтобы мы быстрее перемещались. Хорошо. Дальше смотрим. Что у нас? Исследование. Искатели предметов. На карте отмечается увеличенный радиус. Досье открывает все предметы. На карте обозначены постов. Хорошо. Я понял. Так, это все с бочками связано. Не знаю, зачем это нужно. Я думаю, тогда лучше гранат покачать. Быстрый перезарядка гранат. Давай, будем пользоваться гранатами. Крил гранат сейчас переставим. Так, и что у нас остается? У нас остается три. Ну давай крил, вот что у нас тут. Быстро перезаряжается после выстрела. А это демон дольше находится в состоянии замороженном. Быстро перезаряжается. Ну давай, пускай быстро перезаряжается. Все, отлично. Нормально, вкачали. Так, что по рунам? По рунам так и оставим. Все у нас там хорошо. Здесь все так и оставим. Уходим. А здесь что дальше-то нам? А дальше-то что нам? Так, что по оружию? Дробовик мой любимый, это оставляем. С ним очень хорошо. Так, получается нам все, да? Мы здесь все сделали. Больше ничего нам не надо. Правильно ведь? Правильно. Так, ну давайте, наверное, тогда здесь и остановимся, продолжим в следующей серии. Просто я не вижу смысла сейчас начинать серию, она там, скорее всего, будет, точнее, миссию, серию. Она там будет, скорее всего, долгая, вот, и чтобы уже прям не тратить времени, да. А просто сейчас отправимся, посмотрим, что там внутри, что за миссия, где мы окажемся, а дальше посмотрим. Погнали, я готов. Перемещаемся. Так, комплекс комитета. Уничтожив кровавое супергнездо, вы продолжаете поиски последнего жреца преисподней. Кан, созидательница, потрудилась на славу. Теперь вам не под силу найти его без посторонней помощи. В надежде встретить доктора Сэмюэля Хайдена, лидера повстанцев, отправляйтесь в исследовательский центр комитета, служащий штабом движению сопротивления. Только Хайдену под силу отыскать последнего жреца. Без проблем. А мы куда отправляемся-то? Куда отправились? Идите вперед и найдете доктора Хайдена. Ранее в этом комплексе располагался штаб сопротивления. А, доктор Хайден. О, какой-то комплекс сопротивления, да, получается? Ну хорошо, давайте вот с таким видом остановимся здесь, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!